Сегодня хочу готовить торт без выпечки. Основа торта является печенье. А также будем использовать кокосовые строчки, грецкие орехи, для крема сметана с сахарной пудрой, бананы, а для украшения клубника и шоколадная плитка. Приступим. Берем вот такую большую миску, расстеляем пищевой пленкой. Вот так расстелили пищевую пленку. Теперь будем резать бананы. Вот такими тонкими кусками. Теперь будем готовить наш сметанный крем. Берем сметану, добавляем сахарную пудру. Если добавить простой сахар, крем будет жидким. Ванилина. Перемешаем. У меня сметанка 20% жирности. Приступим. На дно миски вливаем наш крем. Берем печенье. У меня вот такие печенья в виде юбилейной. Можете ломать печенье небольшими кусками и выложить в миску. Потом опять крем. Ставим вот бананы в одну слою. Теперь кокосовые строчки. И опять вливаем наш крем и распределяем вот так. И опять печенье. Это у нас уже второй слой. Опять ставим наши бананы. В этот слой добавляем грецкие орехи. Вот так распределяем.
И вот так продолжаем до края миски, до последнего слоя. Вот уже дошли до последнего слоя. Ставим печенье. Вот теперь закончили, закрываем пищевой пленкой. Вот так прессуем, трамбуем. И ставим в холодильник на 2 часа. Прошло 2 часа. Вынимаем из холодильника наш торт. Снимаем пищевую пленку. Переворачиваем на более удобную подставку, чтобы украсить. Теперь мажем остальной крем. Всыпаем остальную кокосовую стружку. Украшаем клубниками. А шоколадную плитку ставим на водяную баню или микроволновку, как вам удобно. Шоколад немножко остыл. Вот наш торт уже готов. Готовится очень быстро, легко. Очень вкусный торт получилось. Приготовьте. Подпишитесь на мой канал. Обязательно жду ваших комментариев, откликов. Приятного аппетита!